преддверии одного из самых молодых российских праздников – Дня народного единства, хорошей традицией стало торжественное вручение юным славянцам паспортов. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил ребят, которые получили этот важнейший документ. Вручаем вот нашим ребятам главный документ нашей страны – это паспорт. Я считаю, что это очень важный документ, и вот если говорить о народном единстве, мы все люди, которые проживаем в нашей стране, несмотря на наши национальности, мы должны правильно относиться к основным ценностям, уважать друг друга, уважать культуру любой национальности. Почему на сегодняшний день в паспорте и прописывается гражданин Российской Федерации? Мы все выполняем одно общее дело. Работаем, созидаем, растим своих детей. Вот сегодня мне очень приятно, что уже наши дети на сегодняшний день получают паспорта. Я хочу вас с этим поздравить. От имени депутатов Славянского района участников торжественного мероприятия поздравил председатель совета муниципалитета Григорий Литовка. Он выразил уверенность, что наше подрастающее поколение на правильном пути и успешно реализует себя в жизни. Я уверен, это событие останется у вас в памяти навсегда. Вы сегодня полноправные граждане Российской Федерации. Вы получаете паспорт. На сегодня на вас накладывается особая ответственность. И я уверен, вы настоящие будете патриоты. Я уверен, за вами будущее. Мы верим в вас. Желаю вам всего самого доброго. Для всех, кто впервые получил паспорт в Большом зале районной администрации из рук главы Славянского района, это яркое событие запомнится надолго. Я очень рада, что мне вручили паспорт в преддверии Дня народного единства. Это новый этап в моей жизни. Я сегодня получил паспорт. Я очень рад этому событию. Для меня это важный этап моей жизни. Я хорошо учусь, и я знаю, что в дальнейшей жизни мне это очень поможет. В преддверии такого праздника, как День народного единства, мне было очень приятно получить Конституцию и паспорт гражданина Российской Федерации. Совместное фотографирование всех участников стало завершением этого мероприятия. Его проведение накануне важного государственного праздника глубоко символично. Юные граждане России будут и дальше продолжать эстафету патриотизма и любви к нашей родине.